This is my new vlog from China, and there will be a lot of interesting and even strange things today. And the first thing I want to show you is the sculpture park. There are a lot of different sculptures here, and their creators are sculptors from different countries. This is our Gizina going to the forest to take some apricots and plums. Then our guide asked us if we wanted to go to the next park by taxi or by metro. We decided to go by metro because we are curious how it all works here. And surprisingly, it was very quiet. I didn't see a crowd of people, probably because everyone was at work. Хорошо. Практически экскурсия, да? Ну. На табло написано сколько минут. Вот 2 минуты подъедет. Через, все, через 4 минуты отделение. Потом они даже написано, какой база. Одна нет, два базы, там слабо. Финансийный шут. Хорошо. Там уже все стоят. We came to the park that is called Park Pobedy or Victory Park to ride the Ferris wheel and to see the city.
О, как ты не томила седло? Что дерево там? Че? Вот, конечно, интересно. Вон, вон подбежала. Сычка такая полосатая. Ну, там этот энергия, наверное, индиане всякие там, не знаю, что там. Тут с ильхами что-то. Какие-то, кстати, вот такие можно понабрать. Ну, а я хочу морскую капусту есть. А, вот смотри, это все морская капуста, да? Угу. Какая-то интересная. Роллы какие-то морской капусты. Нет, это просто видишь... Свернутые. Свернутые. Ой, смотри, сколько оно. Это все, я люблю, да. А, ну вот они, эти большие пачки. Да, мы завтра еще, мы сейчас это все попробуем, если это вкусно. Мам, попробуй, понравится лучше. А, мне еще картошка, точно. We came to another park again, and again I took the tea that I really love. Из одежды, ракетная, это и все. Надо здесь, то чё бы не... Очки говорить, зачем? Я говорю, морщинки. И лучше смотреть, ну, солнце. Guys, this is already my, I was in China for 4 times before, but I'm always surprised of anything because Chinese people really can surprise. They always do something very funny. They really love children. Сказал, что воробьи. Other parks for today. The first one was that park that looked like tropics, and the second one, the park of water. Это я. Ой, мам, посмотри, какая прелесть. Под дождем. Хочешь? Да. Папа нас оборжет. Ну что?
Тут надо кататься на лодочке. О, боже, мать моя женщина. А что это? Кто это вообще? Она жива? Они ее уронили. О, боже. Мать моя женщина. Господи. Она мне сейчас ебнет. Тут же лама сидит. Просто... Не-не-не-не. Лама в шоке. Просто в шоке летает. Мышь летает летучая или что это, какое-то животное. И мы не понимаем, кто это, но она в шоке сидит просто в полном. Альпака или кто это? Вот, летает просто... О, вот, так как это так? Вам просто... Че? Это с древесными грибами. Угу. А это что?大的它是到东边，东边煮的头啊，到西边煮的头啊。我咋说都我，咱不会说呀，咱说他也听不懂你们。 Варенье будет варить. Водку. Сливовую. Вкусно.